Всем привет, меня зовут Георгий, регулярный игрок в МТТ, 1,5 года играл в МТТ в плюс, но из-за даунстрика, ну, скорее всего, это не даунстрика, просто из-за дисперсии играл в полгода в ноль, поэтому никакого профита не получал, и вот наткнулся, по-моему, на ДДХ покер канале на его интерактивную игру. И она очень меня заинтересовала и решил побить кэш хотя бы NL5, NL10. Но сейчас цель стоит NL25. Курс начал с NL2, с самых низов, хотя банкролл позволял мне начать с NL25. Но я знаю, что такое банкролл менеджмент. И всем советую придерживаться банкролл менеджмента, потому что это даже в моей группе есть люди, которые не понимают, недооценивают, что такое значит банкролл менеджмент и что такое доллар час, тоже не понимают. На курсе получил много ценной информации и полезных инструментов, которых хватит еще мне еще на 2 месяца работы самостоятельной, а дальше уже буду смотреть на свои графики, на свои показатели. Возможно, еще запишусь на какие-нибудь интересные предложения на сайте PokerAbility. Понравилась сама структура курса, плюс то, что есть подготовительный курс. И вот для тех челов, кто проходит подготовительный курс в полном объеме, в полной мере, как надо, то первые 2 недели курса Poker Pro просто проходит на изи-бризи, как говорится. Поэтому всем, кто решил уже идти на курс Poker Pro, всем советую, даже всех даже прошу пройти подготовительный курс, потому что это крутая штука. На курсе очень хороший рабочий темп, не дает тебе расслабиться, потому что пишешь план на завтрашний день и как бы составляешь отчет, по сути, на сегодняшний, то, что ты сегодня сделал. Единственное такое, что минус, ну, не то, что минус, этот минус не исправить, это то, что как бы существенная, ну, часть времени, какой-то хороший процент уходит на публикацию домашнего задания. То есть я делаю там в блокноте OneNote, потом мне приходится все это перекидывать, постить на сайт со вставкой картинок, что занимает определенное время. Сначала курс, ну, просветил меня во многих моментах, о которых я даже и догадываться не мог. Основные это полезный момент, основной, да, такой жирный плюс, это что работа во флопзилла это учит. До курса я думал, что я умею работать. Меня что-то там чему-то учили. Я думал, что сейчас там раз-раз по-быстренькому натыкаю что-то, но курс показал, что я ни хрена не умею работать во флопзилле. И второй момент — это оценка. Оценка раздач очень тоже большой такой буст дает в понимании. И все вот эти два момента, они учат игрока покерному мышлению и учат думать во время игры. Так что выражаю благодарность команде PokerAbility за предоставленный курс, за ценнейшую информацию. Далее буду работать самостоятельно, и через некоторое время, я думаю, еще что-нибудь у них приобрету. Всем спасибо, всем удачи за столами.